Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас распаковка заказа Avon по пятому каталогу. Мне еще на пункте выдачи дали вот такой вот пробничек новинки помады матовая, подождите, не превосходство, легенда, да, матовая легенда. Сейчас с вами все посмотрим, ее тоже протестируем. Я не хотела, конечно, брать мне, потому что ни один из оттенков не понравился, но раз уж дали в подарок, то обязательно попробуем. Давайте вместе с вами распакуем и посмотрим, как здесь все лежит. Так, не хочет. Так, счет фактура сверху. Вот уже сумочка. Смотрите, как все здорово. Ну, практически идеально. Давайте приступать к обзору. Коль у нас сумка лежит сверху, давайте с нее и начнем. Я хотела заказать, на самом деле, сумку Фелисия, да, черненькую. Ее уже не было на складе в первый день действия каталога. Были еще белые, но белые мне вообще ни к чему. Потом еще какую-то хотела, тоже не было. И из того, что мне более-менее понравилось, распродажа, девчонки, какой-то буклетик на сайте весенней распродажи, по-моему. И там была сумка Айдан в цвете синий. Но это такой, я бы не сказала, синий. Это зеленый цвет морской волны, темный. Да? Код ее 130-89-88. Она была по распродаже 349 рублей. Со скидкой получается вообще 296 копейки. Та же самая сумка Айдан, да. Она есть и в каталоге, но в других трех цветах. И она у меня не прошла тоже, по-моему, тоже нет на складе. Вот так приходит сумочка, упакована. И это то, что я люблю. Вот минимализм через плечи, когда здесь ничего как бы лишнего. Вот такой вот цвет. Это, конечно, не синий. Это темная бирюза, что ли, больше, девчонки. Один карманчик. Так, замочек туда внутрь брался. Вот такой вот замочек. Внутри карманчик. Сюда даже, в принципе, средних размеров телефон влезет. Может, даже мой влезет. Не знаю, попробую. И ручка. Так. Ручка вот так, если короткая. Вообще она должна быть на всю, если длину, то 120 сантиметров. Мне нужна именно она в длинном варианте. Поэтому сейчас попробуем с вами на всю длину, как она будет через плечо смотреться. Так, практически до конца. Ну, по-моему, 120 сантиметров это как раз вот то, что нужно. Да, 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 девчонки, 120 сантиметров, это как раз вот то, что нужно, чтобы через плечо ее носить. Что у нас внутри? Здесь замочек такой под кожу сумки, да, сделан. И внутри вот эта штучка, да, все хорошо очень прошито, упаковано, в принципе, смотрите, никаких нареканий. Здесь у нас два карманчика, они одинакового размера, сюда телефон уже не войдет, это для каких-то мелочей, для карточек, может быть, даже. Вот, а в целом одно отделение. Вот, девчонки, пошито, все хорошо. Вот такая простенькая сумочка за 296 рублей, как бы, ну, вообще прелесть. И цвет такой классический, много к чему подойдет. Поехали дальше. Конечно, воспользоваться знакомой акцией при покупке трех ароматов платишь только за два. И здесь мы выбрали Soft Mask, он приходит не в слюде, девчонки, совершенно. И даже вот коробочка немножко так вот, не знаю. А так в целом ничего. Второй аромат... Испир, наверное, импресс женский. Он приходит уже в слюде. И третий аромат мы выбрали Individual Blue. Он классический для сына. Вот она взяла. Ну, смотрите, пришла помятая коробка. Это, конечно, не сильно критично, но тем не менее. И с другой стороны то же самое. И он без слюды тоже. Получается, у нас испир только, да, в слюде. А если она сегодня придет ко мне за этими водичками, мы с вами вместе их еще и протестим. Она же заказала у меня шампунь и бальзам для кожи головы. Борьба с потерей волос. И тут бутылка пришла мятая. Ну, Avon. Я отдала ей свой шампунь из этой же линейки. Может быть, даже, кстати, вот этот же «Борьба с потерей волос» мне, потому что они не подходят. Девчонки, у меня от них чешется голова. Она сказала, что ей подходит, и заказала себе вот такой вот комплект со скидкой 400 мл с хорошей в этом каталоге за 100 с чем-то рублей. Прям, ну, вот вообще очень бюджетно. Поэтому, если любите эту линейку, сейчас, конечно, хорошая цена. Так, взяла мужу дезодорант 48 часов защиты ультраспорт. Они были по акции в фокусе, по-моему, или в аутлете, в фокусе, наверное. 75 миллилитров, здесь он такой небольшой и 100 с чем-то рублей стоил. Сейчас я вам скажу, девчонки. Так, дезодорант у нас где? Вот он, код его 130-74-96 и стоил он 140 рублей. Да, без скидки, значит, по фокусу. Такая крышечка. Обычная, простенькая. И по запаху я взяла ультраспорт. Вы знаете, вообще такой ненавязчивый запах. Я его практически не чувствую. Он вообще пахнет.
А, вот, из пробки чувствую. Классный запах мужской. Нравится. Запах хороший. Так что вот такие вот малышки сейчас есть в фокусе. Так, дальше, девчонки, взяла новиночку, тоже, по-моему, из фокуса. У нас новая линейка для ног, Footworks. Это ананас и чайное дерево, увлажняющая сыворотка для ног с витамином Е, 75 миллилитров. Сейчас мы ее найдем в фактуре. Так. Ну, где же ты? Вот, 133, 86, 57, 70 рублей она, без скидки. Не зафольгированная приходит, просто открытая. Что она из себя представляет? Вот такой вот желтенький кремушек. Ну, больше похож на... Запах классный, запах ананаса, ананаса с молоком. Ананасовым мажителем, если кто пил, да? Вот так пахнет. Ну и да, это больше похож на самом деле на сыворотку. Запах еще больше раскрывается, когда по коже разносишь. Мне нравится. Мне нравится такой слегка свеженький, но в то же время сладенький. По питательности. Ну, знаете, сейчас разнесла по рукам, и действительно довольно питательная структура. Прям вот реально ощущается питание, как от хорошего крема. Прям руки такие сразу мягенькие. Я буду пробовать ее, собственно говоря, по назначению. Обязательно в ближайшее время в Инстаграм опубликую отзыв. Если не подписаны еще на мой Инстаграм, проходите, ссылочка всегда под видео. Дальше, конечно же, взяла свои любимые матирующие тоники в количестве 2 штуки. Это линейка Avon True, Nutri-Effect, очищение, матирующий тоник для жирной комбинированной кожи. Здесь, девчонки, на дне такой есть осадочек. Это матирующая пудра. И когда мы пользуемся тоником, перед тем, как пользоваться, мы вот так его встряхиваем, да, наносим на ватный диск. Здесь такая дырочка. И это для меня сейчас просто незаменимый продукт. Особенно на теплое время года, на весну, на лето, для жирной комбинированной кожи. Это для, ну, для меня, по крайней мере, идеальный тоник. Просто идеальный. В комплекте с очищающим мицеллярным скрабом, пенкой для умывания из этой же линейки, работает просто вот на ура. Я довольна, я люблю и буду брать обязательно еще. Ну, девчонки, новинка, не новинка. В каталоге вроде не написано, что новинка, но я вижу впервые. Это у нас бутылка. Все-таки я ее взяла, потому что мне показалось это очень актуальным и удобным. Летом можно делать как бы там мохито в такой бутылочке. Приходит она в пупырке. Так, здесь у нас инструкция внутри, да? Вот этот контейнер, мы сюда можем класть фрукты, мяту, даже травы можно, мне кажется, да? Все, что душе угодно. Вот так она выглядит. В принципе, симпатично. Мне понравилось, что такой большой объем. Вот взять с собой на прогулку, мне, допустим, стандартной такой похожей бутылочки маленькой мало. Ну, мне и ребенку, по крайней мере. А тут и на двоих вполне нормально. Такая классическая крышка, да, как у бутылок из Фикса. Она довольно мягкая, мягче, чем в бутылках из Фикса. Так, откроем, посмотрим. Открываем. И что мы видим внутри? Внутри вот этот у нас контейнер. Так вот, сама бутылочка. Здесь у нас написано Live Love Long. Вот так. Симпатично. Эта надпись выбита. Она с блесками. Очень симпатично. Так, вот крышка. Как выглядит, да? И вот он сам контейнер. Здесь прорези с двух сторон. То есть совсем что-то мелкое мы не насыпем, не положим. А лимончик, там что-то покрупнее, частички, которые через вот эти дырочки, да, не будут просачиваться. Да. Она, эта емкость маленькая с крышкой, которая у нас откручивается. Вот так выглядит. И внутрь все, мы помещаем фруктики. На дне тоже есть дырочки. Поместили, закрутили. Так, крышечкой вот все, она закрутилась. Поставили в бутылочку со свежей водичкой. И все, красота. Не, класс, мне нравится очень. Прям вообще супер. Прям вот сегодня сделаю там лимонад. Я вам сейчас покажу ее поближе. Вот, девчонки, как она выглядит. Довольно добротная. Большая бутылка. И симпатичная. Код бутылки 02785. Знакомая у меня заказала Encanto голубой, он и у меня в фаворитах, ей он очень понравился. Она попросила взять ей вот такой спрей для тела, именно в формате спрея ароматизирован. Я его обожаю, из всех Encanto он мне нравится больше всего. Розовый как-то вот новый розовый, да, совсем не зашел. Сиреневый, ну, тоже не мое. Вот этот прям классный. И на лето вот именно из всех Encanto он подходит больше всего. Повторила покупку увлажняющую маску с авокадо для лица, для очень сухой и сухой кожи. И хоть она, девчонки, у нас заявлена для сухой кожи, она идеально подходит для всех типов кожи абсолютно. Так, сейчас мы найдем ее код.
Маска. Вот она, 130, 21, 78. У меня сейчас вот такая буквально уже заканчивается. А сегодня как раз ее делала. Мне очень нравится. Здесь, девчонки, она у нас не запечатана, ничего приходит. Плотная гелевая текстура, такого оливкового, зеленоватого цвета. Мне единственное, что не нравится в этой маске, это запах шиммерный. Он ярко выражен, он такой прям шиммерный-шиммерный. Вот так она выглядит. Она очень плотная. И при нанесении на кожу лица она практически вся впитывается, смотря каким слоем вы нанесете. И после маски эффект, знаете, такой подтянутой, упругой кожи и увлажненный. Мне очень нравится эта маска. Я на нее писала тоже пост в Инстаграм. Она у меня в любимчиках. И еще одну маску я взяла, девчонки, из линейки Naturals. Она была по хорошей цене. Сейчас мы ее тоже найдем. Так, 399.10. Алоэ и хлопок. Я пробовала, по-моему, такую маску как-то в саше, да, такой одноразовой сашеточке. Она, наверное, у нас из Польши приходит, да, с этикеткой. И мне захотелось взять полноразмерку. Алоэ и хлопок. Увлажняющая маска. Тоже взяла увлажняющую. Почему? Потому что у меня что-то одни очищающие собрались, а увлажняющих совсем нет. Похожий цвет, но структура уже непрозрачная. И... Но тоже такая, вы знаете, гелевая. Гелевая структура. При разнесении на кожу, да, это чувствуется. Вот у нее запах уже классный. У нее очень вкусная парфюмерная душка. Прям какого-то парфюма. Запах обалденный. Буду тестировать, девчонки, маску. Тоже напишу обязательно отзыв в Инстаграм. Ну что, давайте протестируем уже наконец-то помаду. Интересно, какой же здесь оттенок. Очень интересно. А, рубин королевы, девчонки. Рубин королевы. Так, вот. Ну да, это самый красный, классический такой вот этот вот бордовый. В принципе, мне такие оттенки идут. Сейчас мы с вами посмотрим, как она смотрится на губах. Птичка такая малышка. Так, вот как она выглядит в стике, да, прям алая-алая. Главное не сломать пробник, это наносить будет неудобно. У меня так частенько бывает. Так, они их такими хрупкими делают прям. Слушайте, ну красивый цвет. Но у меня камера любит немножко приукрашать, поэтому я вам сейчас сделаю свотч и при естественном освещении покажу. Хотя нет, все правильно. Это не классический красный, как нарисован рубин королевы у нас здесь, да? Он уходит в розово-малиновый подтон. Знаете такой, видите, какая разница? Не совпадение, я бы сказала, полное. Просто полное. Сам цвет по себе очень красивый. Текстура безумно приятная, невесомая, мягкая. Я думаю, что стойкостью этой помады будет часов 6 или до первого плотного перекуса. Вот, девчонки, свотч. То есть все-таки есть такой вот малиновый подтон. Она не такая бордовая, как она нам показана на лифлетке и в каталоге. Нет, ну я и такой цвет, в принципе, с удовольствием поношу. Мне, в принципе, наверное, любой идет, кроме рыжего. Колпачок куда-то делся. Так что имейте в виду, девчонки, рубин не красный, он малиновый, яркий, насыщенный. А по текстуре мне очень помада понравилась. Она не подчеркивает изъяны ваши шелушинки. Не западает, по крайней мере, пока в складочки. Мне кажется, даже слегка разглаживает губки. Она мягкая, прям мягкая-мягкая, комфортная. Так, и какой же приз-сюрприз мне пришел? Это, девчонки, шарики-шарики, пудра-шарики. Я надеюсь, что это не то же самое, что есть у меня, но у меня не пудра, у меня румяна-шарики. В принципе, слава богу, что не шампунь и не средство для интимной гигиены, потому что они мне не подходят, да? Да, это то, что я думала. Это шарики трехцветные, корректирующие, они, по-моему, как-то называются. Вот, даже не трехцветные, тут, наверное, больше цветов. Да, больше, чем три, даже, по-моему, пять. Ну, пригодятся, пригодятся. Я обязательно попробую, потестирую, потому что такого продукта у меня еще не было от Эвен. У меня есть румяные шарики, я ими очень довольна. Если пудра тоже будет себя так же проявлять... Ой, класс, нет, я рада, девчонки, это шиммер. Здесь шиммерные шарики, и я бы сказала, что скорее, что это не пудра, а... хайлайтер. Сейчас я попробую вам передать, как это все выглядит на коже. Вот, девчонки, видите свечение на руке? Вот, это именно от этой пудры. Классный продукт. Классный, действительно, да, продукт. Я люблю такие, когда наносишь на лицо, и кажется, как будто кожа подсвечена изнутри. Так что буду с удовольствием пользоваться. Подарку очень рада. Из макулатуры, девчонки, пришел весенний сейл. И, по-моему, это тот сейл, которым я заказывала сумку. Я вам сейчас ее покажу. Да, вот. Вот она, эта сумка. И вот, в принципе, как она выглядит в реале. Ну, все то же самое. И по ароматам, девчонки, Individual Blue. Но мне кажется, я уже его где-то нюхала. Классный. Классный, молодежный, спортивный, свежий, супер. Ой, мне нравится прям.
Держи. Так, soft mask. Следующее. Блин, открывать так неудобно, когда нет ногтей. Куда я ножницы делала? Вот он. Коробочку. Soft mask. Soft mask, кстати, там сколько их? 4 аромата было. Я вот этот именно выбрала. Надеюсь, что не прогадала. Классный. Здесь есть нотки, похожие с Incandescence. Да, очень, кстати, похожие с моим любимым Incandescence. Не прогадала, Оля, тебе понравится. Угу. Понюхай, правда, на Incandescence похож. И один у нас из Spears Люде. Так, сейчас мы его тоже откроем. Просто похож. Угу. Классно. Я все думала розовый взять. Розовый, наверное, триторный был бы. Угу. Так, и Спир. Женский. Мне кажется, он тоже должен быть классный. Блин, soft mask, да? Дешево, сердит вообще. Угу. Я прям тоже хочу. Так, вот он, Спир. Красивый, кстати, флакончик. Такой, как рубинчик прям. Ой, я уже не почувствую после soft mask. Мне кажется, он стойкий даже. До сих пор витает. А Спир — это цитрусовый аромат. Вот это прям весна-лето. Я чувствую лайм, лимон и грейпфрут чувствую. Ой, какой классный. Вообще, летний. Да, чисто летний аромат. Угу. Молодцы, Эйвен, правильный аромат. Ой, а какой у него шлейф. Угу. Угу. И шлейф классный остается вообще супер. Мне прям все три аромата понравились. Я пожалела, что не взяла себе. Ну все, девчонки, по ароматам все. Девчонки, забыла самое главное вам. Я же заказала помаду Призма. И сейчас я вам покажу в каталоге, как она выглядит, если найду его. Так, и оттеночек. Оттенок у меня... так, я вам покажу проще. Вот как называется оттенок. Чего-то там лав. И код ее. Она у нас в этом пятом каталоге со скидкой. Так, губная помада Призма. Interstellar Love. Вот, наверное, так. 79-153. Сейчас я сотру эту помаду, а она у меня уже, похоже, въелась в губы. И красивый, кстати, такой оттеночек оставляет. И найду каталог. Нет, девчонки, каталог, к сожалению, не нашла, но я думаю, вы, если что, сами найдете по коду, как она выглядит в каталоге. Так, а по цене она была у нас 139 рублей. Да, 139 рублей. Без скидки. Наверное, она по Фоксу или еще почему-то там. Так, вот как она выглядит. Классный такой сиреневый цвет. И, да, я брала нюд. Я брала нюд, я смотрела самую светлую. Сейчас как-то весной больше хочется нюда. Сейчас посмотрим, как она выглядит на губах. Мне девчонки некоторые писали, я советовалась брать помаду Призму или нет. Некоторые девчонки писали, что она как песок на губах. А некоторые писали, что это самая лучшая губная помада в Avon. Песка в этом оттенке я не чувствую. Мне кажется, девчонки, я сделала вывод, немного девочек писали отзывы, что все-таки вот это ощущение песка на губах зависит от оттенка. Это очень красивый нюд, она очень мягкая, питательная. Прям одно удовольствие на губах. Вообще супер. И я вам сейчас сделаю свотч на руке и покажу при естественном освещении. Здесь есть шиммер, здесь есть блески, можно поиграться с наслаиванием. Я вам... Вот как выглядит свотч. Красивый нюдовый оттенок, да, такой, не знаю, в персик уходящий, может быть, слегка. Ну, классно. Я не пожалела, что взяла. Помада очень нежная, разглаживает губки. Прямо это видно и чувствуется. Поэтому довольна. Девчонки, кто мне написал, рекомендовал ее. Спасибо вам за это огромное. Мне понравилась помада. Помада супер. На этом все. Каталог мы в отдельном видео с вами обязательно полистаем. Обсудим план покупок. Поделюсь с вами своими отзывами. Оставайтесь со мной. А я прощаюсь с вами до следующих видео. Всем спасибо. Всем пока-пока.